В актовом зале Национальной библиотеки Чувашской Республики прошла творческая встреча с заслуженным работником культуры Российской Федерации, писателем, краеведом и публицистом Николаем Васильевичем Нарышкиным. Его работы хранятся в библиотечных фондах Казани, Чебоксар, Ульяновской и многих других учебных, городских и сельских библиотеках России. Автор более двух десятков книг, сотен краеведческих исследований, Николай Нарышкин известен не только своими очерками о родном крае. Будучи студентом-юристом Казанского государственного университета, выходец из трудовой крестьянской семьи, занялся изучением проблемы аграрной экономики, которая отразилась более чем в 400 его работах. Сегодня Николай Васильевич поддерживает постоянные связи с земляками в своих многочисленных поездках, лекциях и творческих встречах. По его словам, стимул для продолжения работы и передачи многолетнего опыта новому поколению. Постоянное общение с молодежью. Александр Гаврилов, Александр Петров, Республика.